двигатель 2.5 дизельный, 136 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2007 года выпуска. Давно хотел себе пикап, выбирал между Mitsubishi L200 и Nissan Navara. Выбрал L-ку из-за трансмиссии Super Select, более удобному заднему ряду. Немного поездив, заменил подвеску на усиленную, колеса на 285/75R16 на дисках с вылетом 40 градусов ниже 0. Машина стала устойчивее на дороге, но задевала кузов. Пришлось делать бодилифт на 4 сантиметра и пилить кузов. Чтобы сохранить бока в чистоте, поставил накладки на крылья. Далее поставил силовые бамперы, передние с лебедкой, дополнительный дальний свет для поездок в ночное время. За зиму разработали макет и покрыл кузов линех, заменил главные пары. Примерка колес. В середине мая созрел до замены колес на 285/75/16. Купил комплект БИУ за адекватные деньги, диски Майкай Томпсон 8x16, 6x139/7 с резиной Хинкук Дайне Про ИТМ RF10. Забегая вперед, скажу, что резина отличная, катаю уже второй сезон на повседнев. После установки колес появилась необходимость в бодилифте, решил делать 4 сантиметра, этого оказалось мало, колеса все равно задевали, значит резать кузов. Вооружился болгаркой и полуавтоматом приступил к работе. Обновление тормозов. Заменил передние тормозные диски на эксклюзивные, сделанные из стоковых по уникальной технологии. Замена ничего сложного из себя не представляет, старые снял, новые поставил. Хочу рассказать о такой замечательной штуковине, как боковой пыльник двигателя, резинка, закрывающая двигатель в передних арках. Вещь полезная, но у меня она отсутствовала, стандартный пыльник не подходит по причине бодилифта 40 мм, изготовить новый нужного размера руки не доходили. Готовый задний бампер. Наконец-то закончилась эпопея с задним силовым бампером. Бампер установлен, покрашен, подключена оптика, повешена запаска. Коротко о бампере. Кронштейны 6 мм. Сам бампер 5 мм. Калитка труба 60x60, стенка 4 мм. Калитка рассчитана на 35 и эксплуатацию в самых тяжелых условиях. Также доступна облегченная версия бампера 3 мм для тех, кому калитка не нужна. В данный момент в разработке бампер с площадкой под лебедку. Бамперы сертифицированы. Силовые пороги. Хочу поговорить о силовых порогах. Вещь крайне необходимая для любого внедорожника, предназначена для зашиты кузова внедорожника как на бездорожье, так и в городе. Пороги рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях и имеют большой запас прочности. Рассчитаны на подъем автомобиля за порог. Кронштейны выполнены из стали толщиной 4,6 мм, труба со стенкой 3 мм. Стройка продолжается. Завершен очередной этап постройки замечательного авто Mitsubishi L200 L-ка. На данном этапе было выполнено резка кузова, расширители передних арок, переднего силового бампера для установки колес большего размера. Установили шины Maxxis Razor MT772 размерностью 315/70R17.
установили новые диски 9.0R17F12.6 на 139.7. Поменяли подвеску на более производительную OMEA от ARB. Заменили главные пары в мостах на 4.9. Обслужили редуктора, все, что требовало замены, поменяли на новое, оригинал, рулевая рейка, провода, верхние шаровые. Передний силовой бампер. Бампер силовой передний STCT Privo Mitsubishi L200 2006-2015, защитная дуга, PTF, дальний свет. Яркий дизайн. В комплекте светодиодные противотуманные фары и балка дальнего света. Большие углы въезда. Встроенная площадка для лебедки. Стыкуется с штатной защитой мотора.